Здоровенькие, ребят, вы на канале Фордмак. Ну что же, смотрим сборник анимации под названием «Плюшевые придурки». Давайте уже оценим, что с нашими плюшевыми ребятами, я так понимаю, в сеттинге FNAF World или типа того. Посоветовали посмотреть данные анимашки. Ну что же, поехали. Воу. Нихуя себе эпично, блядь. Даже у FNAF фильма не было такой эпичной заставки. Ну, имеется в виду компания. А дебилы вроде Фокси сюда вход разрешен? Так вот что такое школа. Это то самое место, где даю знания в математике, в геометрии, физике, химии. Нет. Тут мы будем 5 лет изучать многочлены, ага. Остальные 6 лет мы будем отходить от смеха. А что такое многочлены? Я не знаю. Дэнни Спрингтрап говорил, что ситуация с замками — это была жопная ситуация, а тут какие-то члены. Добро пожаловать в класс. Я ваш учитель и буду давать вам знания, что после окончания школы вы пошли дальше по учебе. И в итоге работали на нелюбимой работе, потому что на третьем курсе учебы ваша девушка залетит, и вам придется работать на 2 работах, чтобы обеспечить хотя бы едой их двоих. Ёбаный рот. Вот как вы стали учителем. Нет, ты рыжая уродливая морда, я просто жертва ипотеки. Проходите, у нас первый урок скоро начнется. Как-то слишком жесть это, блять, какого хрена я пришел ржать сюда. Одни тихо плакать. Урок первый. Квантовая физика. А где ваши тетради? У нас толком родителей нет, а ты, блядь, про тетрисы какие-то спрашиваешь, блядь. Ты бы еще спросил, где у Фокси мозг. Эй, хватит меня подъебывать. А то что, снова позовешь тетю Пашу? Он снова покричит и скажет, какие мы придурки? Эй, это что еще за слова такие? Фокси, как тебе не стыдно? Мы в школе, это цитадель знаний и этикета. И будь любезен, закрой свою ебаную пасть и слушай, что тебе тут, блядь, глагольствуют, ёпты, блядь. Так, господи, почему в большинстве анимаций именно Фокси, блядь, все гнобят? Я не понимаю, это какая-то традиция, что ли, что Фокси... Наследие Рогды. Да ёперный театр. Кекс, ну ты чё? Хватит ёрзать! Он, походу, имеет страшную болезнь. Какую болезнь? Самая страшная. Епическая жопа. Какого хрена? Фредди, что ты ей сказал? Я ей напомню, что мы всего лишь модели. Все наши движения — это ключи в программе, которые дают Адаме контроль. Мы всего лишь марионетки в руках какого-то дебильного аниматора. Чё, блядь? Урок второй. Литература. Кто написал «Войну и мир»? Её написал Лев Николаевич Толстой. Ага, молодец. А кто написал на заборе, что Фокси мудак? Я! Красавчик. Кто написал «Собачье сердце»? Булгаков? Мать твоя! У меня нет мамы! Так? Да за шо вы так с бедным Фокси? Господи, иди сюда, дайте я в реальной жизни плюшевеньким обниму. Вроде все уроки закончились. Давайте дневники и можете быть свободны. Папаня, у нас-то, блядь, рук особо нету. Ты какие-то ночники спрашиваешь. Тебе вообще не смущает, что у нас даже столов нету? У нас рюкзаков нету. Почему у нас нихуя нету? Вы можете идти. Будьте аккуратны на дорогах. И тебя с Рождеством. С каким, блядь? Вовремя. Ладно, придурки. Итак, объясняю, у нас сегодня Хэллоуин, я переоделся в кирпич, Бонни у нас переоделся в хрумки, Чика у нас... Чика, Фокси у нас... Какого хрена, Фокси, сказал тебе не переодеваться, ты так без костюма страшен! И последний у нас дядя Уильям. Ну, он, как всегда, у нас в подыхальной комнате, у него Хэллоуин вообще 24/7, круглый вот. Ну вытащите мужика, помойте хоть немножечко, пусть повеселится в Хэллоуин. Как мы выйдем на улицу? Я все продумал, я подпер кирпичом дверь, когда последний человек выходил из этого помещения. И теперь мы сможем выйти насладиться Хэллоуином. Да, точно. Я же из этого кирпича и сделал себе костюм. Ничего страшного, я знаю виновника, это во всем виноват Фокси. Фокси, иди нахуй, очередной раз. Мы опять будем пугать себя друг друга. Самая легкая работа — это охранять кирпич, потому ой, что... Ой, блядь, легендарная хуйня уже.
Самая легкая работа — это охранять кирпич, потому что он больше нас, его хуй-то спиздит. Где кирпич, блядь? А если... А реально, кстати, где кирпич? Кто, блядь, забрал кирпич? Если бы чеки были в сиськи с размером арбуз, то, возможно, бы залетело. Ладно, без комментариев, блядь. Раз машина. Два машина. Три машина. Чё ты тут делаешь? Считаю, сколько машин проехало и не сбило ту бабку на обочине. Ес, страйк! Это было забавно. Вот бы поближе посмотреть. Ну, у тебя всего лишь один глаз, иди посмотри поближе. Я, блядь, предлагаю подписывать петицию за защиту прав Фокси во всех медиа. Он не заслуживает такого. Фред, пусти меня! Фред, твою мать, блядь! Фредди, я озабочен тем, что нашего охранника захуячили, а пиццерию снова закрывают. Бонни, не бери в голову! Мы же плюши! Превосходно! Факту, чем вы палится? Вы ж плюшевые, блядь. Вы же не основная, блядь, команда из Рокдейса, которая теперь находится в небытие. Господи, я эту музыку помню еще с Пони Зантовар же, ёб твою мать. Все. Че, пиздец, ребята, по-другому я это не назову. Просто лютый бред на лютом бреде с хлебушком из бреда, помазанным маслицем из бреда, приправленный бредом. Агрессивный, не спорю, но заслуживающий лайка и подписки. Спасибо огромное, поддержите автора оригинала за вот этот вот пипец. Также заходите по вкусным ссылочкам в описании. Спокойной вам ночи, дружки-пирожки.